Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей игры на 8 человек в Sid Meier's Civilization 6, в которой я играю за Конга. Если вы смотрите ее не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра, и не забывайте, что в комментариях запрещены несодержательные спойлеры и оскорбления и наезды на игроков. Еще шестой город поставить уже. Ну, хоть не последний по населению, как у меня обычно это бывает в играх. Ну что, Рим уже в средневековье, да? Нет, он в образовании. Да, в образовании. Так, тут что? Пока нехватка жилья, можно на производство переключиться. Тут достигнут уже лимит жилья. Блин, надо все шахты пообрабатывать откровенно. И тут все шахты. В общем, у меня нехватка строителей. Здесь вообще в мобиле нифига не обработано. Опять нехватка строителей. Опять я упираюсь в жилье. Счастья достаточно. Это к тому, что я еще не все даже счастье обработал. Не всем, ну, обмениваюсь. Видите, еще мрамор есть, например. Еще сахар на обмен будет. Так. Значит, давайте тут надо построить шахту, а тут ферму. Блин, промышленная зона на рисе. Плюс 2 будет давать. Германия, можно пройти налево? Видишь, скаут у меня стоит. Я проскочить хочу. Плохо. Вообще надо ее ставить на камень. Спасибо. 2, 3, 4, 5, 6. Она тогда на все города будет. 1, 2, 3, 4. Да. Я видел тут ряды. Нужно строителя. Налево. Там поляк, говорят, после амбара. Ходят мифы про 8-го игрока в партии. Хотя мы знаем, что его нет.
пока на строителей беру. Юниты. Давайте плюс 2 золота от торговых путей. Есть сахар лишний. Надо кому сахар? Забирайте сахар. Ну, можно сейчас. Это Германия. Крабы сделали люксом, и что-то ни одних крабов я не вижу. Ну, это ж не так много подвижется. Ну, видимо, поэтому и сделали. Так, лимит жилья увеличен. Теперь чуть побольше будем расти, побыстрее. Так, может тогда... Так, на еду переключусь. Вот, 3. Нормально. Пускай благовоние есть там. Строится. Кто хочет кинуть. И промышленный райончик. О, на лесе. Так, надо будет следующим ходом лес вырубить. Ну да, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, да. Тоже на все города будет. Кстати, я только сейчас понял, что люксы теперь не привязаны к этим континентам. Абсолютно. Получается. В этом и фишка. Как бы, что большой континент не значит, что все плохо. Просто только сейчас до нет дошло. Банзу сначала бомби. Так, строим теперь банза. Сначала просто улучшение тут убирается. Потом камень. Так, на что мы камень потратим? Ну, торговец один ход и так строится. Так, а где там нам надо арбалетчиков иметь? Что вообще нам надо? Вот феодализм можно будет исследовать следующим. Построить лесопилку надо будет одну. Сорян, там просто не пройти. Акведук убить кого-нибудь при помощи копейщика. Это, к сожалению, не получится. Блин, ну варвары, по-моему, неплохо так гадят. Или я у тундры просто нахожусь. Ну, видимо, да, потому что я что-то их вообще сейчас не очень... Не, варвары бы давно уже не видел. Появился один лагерь, но его быстро разобрал и все. Ну то разведчики бегают, тут караваны грабят, тут всадники, блин, это улучшение нахрен. Тундра, видимо. Не, у меня то как бы тоже тундра, но у меня вот был один лагерь, появился и быстро поднялся все. Нету. В принципе, я могу и военный лагерь построить. Мне это же требуется, да? Давайте лучше центр коммерции. За один ход построю сейчас. Вырубаем. Ой, блин, что я сделал? Какой дебил, да сколько можно вот так тупить? Ну тут игрушки, конечно, дебильные. Я опять построил камень. Там, если ты скажешь, где она. Я думал, через тебя к ним пройти, там не знаю. Я не знаю, где она. А ты немец дашь пройти? Хей. Где? Где?
Я тоже не знаю, где. Кто вам нужен? Я знаю, кто нужен. Гагарин. Научный. На берегу, в тундре. Относительно какого-нибудь ориентира лучше бы еще. Йокогама японский, ниже левее, а греческий город ледяной. Спарта, но она выше, но от нее правее, клеток на 12-15. Вообще, я так понимаю, что первый по развитию у нас Рим, на втором месте грек. И очень классно, что они рядом, они могут друг с дружкой там... объединиться. Всякое делать. А им-то это нафига, они развитые. Рим налево идет, я направо, да? Хороший. Можете налево, можете направо, вам вверх приходите, ни один из вас. Хороший план. Не, понимаешь, тут налево очень далеко. Кто сказал? Рим. Черт. Ну, вон там вон Тинаюка какая-то есть. Не, на самом деле никого вообще не вижу. Нет там Тинаюки. Я все еще бегаю, искал. Я хотел бы, думаю, поставить туда город или не поставить на 2 люксана, потому что думаю, как его дать. Да, слушайте, а вот лагерь, может мне пойти. Это ж копейщик считается. Слушайте, а мой уникальный юнит, это Нгаум Бембо, он копейщиком считается? Он мечник. А, мечник. Жаль. Не знаю, абсолютно без такого товарища, по-моему. Да не, он классный, на самом деле. Ну, типа, в начале в самом прийти, когда тебя лучники ничего не могут сделать. Второй раз. Один да, заряд потрачен. Он был в ваниле очень хороший. Сейчас с композитами уже сложнее, понимаешь? И плюс еще потом быстро появляются арбалеты. И получается он по себе неплохой юнит, но... Ну, за счет композитов уже, он начал уже, проигрывать. Да. Уже начал проигрывать. Не, ну это вот прям сразу прочти. 4-5. На уровне как бы, как регионы. Да, ну, да, это надо на старте. Регионы мои, да. Так, давайте, наверное, куплю рабочего. Вот, зато с Андреем могу сказать сразу, я на чеченицу не претендую. Я тоже. Так, если ты скажешь, что у меня и Петра, и чеченица. Да, я вам скажу, у него Петра и чеченица. А еще тот, который на озере еще, и у меня в вассалах Окленд, да? Да. Слышали все, да? Что у него происходит вообще там? Беспорядки. Не, у меня все в порядке. Нет. Да, мне так блин. Кажется, что нет. На самом деле, да. Не дают пройти. Может, дорогу тут разрушить. О, я видел появление ацтекского миссионера. Из ниоткуда. Как так? Вот так. Нифига себе, уже 4 религии прям. Да, что-то в этой игре нормально так не ударили. 4 из 5, неплохо так. Че, еще одна и давить нельзя будет. Классно, будут битвы. А кто-нибудь вообще собирается пятую? Никто не идет. Но я не пойду. Немцу, в принципе, можно, у него там лишний будет. Это там уже смысл, как бы. Последний. По-моему, да, уже познавал. Помойное остается. Так. Просто потом, когда районы закончатся, можно восстановить. Еще раз предлагаю специи. Это Джоэль? Вот. Нет, это немец. Сначала давай, выберем в столице, что встроено, да? На университет как раз. 42 хода. Ты что, смотрел, у тебя одни были? Ага, 10 жителей. Да, ну, как раз у меня, видите, ну, в принципе, все, что не делается, все к лучшему. Как раз будет.
Так, что у нас здесь? Нехватка жилья. О, кстати, тут еще лесопилки на джунглях теперь можно строить. Так, тут еще плантацию на бананах сделать. Кстати, производственная зона, смотрите, вот тут шахты сделать, а здесь лесопилки, производственную зону вот сюда поставить, тут будет плюс 4 бонус. Ищите банкомат, в котором можно оплатить услуги ЖКХ. Введите банкомат оплаты ЖКХ в приложение 2GIS и найдите то, что нужно. 2GIS — это карты городов, которые работают даже офлайн, и справочник организаций. Абсолютно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Так, поменяем карточки. Пока на рабочих не надо. Вот, плюс 2 к жилью с тремя. Ну, блин, у меня 3 и более спецрайонов только. Хотя все равно надо, наверное, ставить. Как раз самые большие города. И поменяем плюс 1 золото за вот этот. Военный лагерь нужен. Ну вот, доведите население города до 10, как раз я это сейчас сделаю. Так, здесь растет. Тут растет. Здесь хреновато, но растет. А кто на пастбище пантеон взял? А здесь нет. Ты растет. Вначале, да, по-моему, быстро взял. А еще я нужен туда, рабочий. Я сразу ну, вот, блин. Нашел великое. Ну, собственно, этим рабочим сейчас придем тут. Вообще жесть. Ну, тоже ничего. Сделаем. Ну, тоже камней много. Я буквально там ходу на третьем реликвию, по-моему, нашел. Ну, игра на восьмерых. Тут быстро кто находит либо реликвию, либо с... Либо ГГшку. Да, я сначала нашел Ереван, и следующим ходом нашел реликвию. Да, ну то есть это... Тут, по-моему, в игре на восьмерых карточка район, конечно, веру. Еще. Я бы считаю, что игра на шестерых тоже не работает. Работает. Да ну... Потому что там больше шансов забрать что-то нормальное, даже если ты второй, третий забирать. А, уже пока в Гонконг не имеет так. Смысла. Пока надо строиться, пока там эти 12... 12 ходов ты, считай, тратишь. Никуда. Почему 12? Потому что 12 веры нужно. Для вот того, чтобы принять пантеон. То есть 12 ходов, это считай 12 промки, это сколько там? Ну, по-моему, это строитель целый, если не ошибаюсь. Так, выросли до 10. И делаем промышленную зону. Почему нельзя сносить стратегические ресурсы? Просто так хорошо между побережьем и горой заходит в военный лагерь, а там лошади.
Да. Надо вот тут еще город поставить, в принципе, рядом с горой. Все равно, ну, как, не рядом с горой. Можно будет акведук построить. И жилье появится. Просто не хочется, как бы, широко. И вот тут еще можно город поставить. Тоже рядом с горой можно будет. Так что... Построю сейчас мастерские, и два поселенца надо все-таки создать будет. Обожаю предлагать специи. А что-то у меня Нанмадол с Брюсселем воюет. Типа один мой союзник, а другому я войну объявил. А кто с кем воюет? Ну я это, квест скинуть. Объявил войну. Что нам в этом городе строить? Так, а где там мой райончик? В гильдиях. Раз два рынка надо. Копс уже по культуре прилично вырвался, уже в возрождении. Монархию, наверное, уже принял, да? Да я попутал там это, правительство. В эту шел, как в торговую республику, а там это, оказывается, другая новая. Тротократия? Да. Что-то мне ее не очень хотелось принимать. Знаешь, я вообще считаю, что какая-то фигня везде. Ну вот, в принципе, есть торговая республика в меркантилизме. Ну, сейчас это, теология получше стала, по-моему, да? Теология, по-моему, какая была, такая осталась. Нет, да. Те же самые можно покупать. Единственное, что не помню, там, по-моему, он повысил вместо плюс 10, плюс 20 стало. Бонусы за веру. С производством у меня плохо. Так, госслужба. Что у нас тут интересного? Плюс 5% культуры за каждый город-государство, которым вы сюзерен. Каждый город получает плюс одну культуру за каждый построенный в нем спецрайон. Ну вот, наверное, золото на культуру поменяем. Это Египта можно по тебе пройти к этому джерри? Ну давай тогда друг другу дадим право. Ага. Так, что у нас с доступными путями на золото? С Мбвиллы в Амстердам. А вот Квиллы, видите, дает плюс 2 еды и 2 производства из-за моей... Давайте, собственно, продолжим тогда. А может, на 3 производства в Гранаду? Сколько тут всего производства? Три, всего три. Так что, наверное, все-таки в Гранаду. Давайте-ка я сбегаю к этому лагерю, гляну. Потому что
Скоро надо будет уже строить поселенцы и везти туда. В следующем обновлении они прикольно поменяют альянсы. Там можно будет... это будет аналогом тимплея в одиночной игре. Ты сможешь видеть все, что видит твой союзник по альянсу. Ну, то есть все передвижения юнитов, что он делает в городах и так далее. Блин, Вишневецкий, я тебе эту дружбу кидал, наверное, ходов 20 назад. Я не видел просто. Не, ну просто, мне кажется, так не дело, когда им надо как-то сбрасывать на следующий ход. Не принял человек предложение, все. Ну, так хотя бы через отменить. Ход. А думаешь, я помню? То есть я кинул, я думаю, что там оно уже принято, или еще ты занимаешься своими делами. Ну так-то можно очень вовремя принять дружбу. Да, да. Попьяние. Не, в пятерке, например, хотя бы твое предложение висело сбоку, то есть ты постоянно видишь, что висит предложение. Но я уже молчу о том, что нельзя было другим кидать. А что, дружба только одному? Два рынка. Где же мне коммерческий район? А, вот тут я могу коммерческий район сделать. Ну, правда, театральная площадь. Мне бы лучше театральную площадь, конечно. То есть ускорение одной техи не стоит того, чтобы профукивать способность нации. Я лучше театральную площадь построю.
можно убирать уже на еду. Чисто на производство делать. А скажите, вот плантация на бананах не дает бонусу к промышленной зоне? Ты не лесопил? Джоли, привет. Привет. Благовоние кому надо, кидайте. Делку. Да, есть благовоние, есть специи. Если вдруг кому дворим надо благовоние. О, я наконец-то нашел силу. Ну, я хотел вот тут промышленную зону и построить, да? Давайте, наверное, строителя, а потом промышленную зону здесь. Слушайте, а где-нибудь... Пишется, вот когда уже район построен, какие он бонусы за соседство получает? Вот нам нет, по-моему. А. В репорте города, я так понимаю, можно посмотреть. Ну, я посмотрю в репорте города. То есть, тут кампус плюс 4, например, написано, и все. А откуда эти плюс 4? Ну, не, ну смотри, кампус плюс 4 это только за соседство, а дальше идут, соответственно, вот библиотека, допустим, у меня плюс 1, универ там плюс 2. Какой кампус плюс 4 за соседство? Сам кампус по себе дает науку. У меня кампус плюс 3 дает, потому что у меня три горы рядом. Кампус, по-моему, ну как у тебя кампус, в смысле плюс 3? У меня написано около кампуса плюс 3, у меня рядом с кампусом три горы. Но у меня кампус рядом с одной горой стоит, и у меня написано плюс 4. Как такое может это быть? Читерство. Это читерство. Может, джунгли рядом, лес рядом. Двое джунглей. Какой кампус? Давай предметно. Джунгли плюс один дают. В каком городе? Квилла. Квилла это справа от Квиллы, да? Да. Ну смотри, двое джунглей и гора. Двое джунглей и гора. Это должно быть плюс два. Почему? Сейчас одни джунгли дают, одну науку вроде всем. Нет. Подожди, плюс 2. Карточка на соседство стоит? Нет. А джунгли дают плюс 2 или плюс 1 сейчас? Плюс 0,5, правильно? Плюс 0,5. Плюс 1, а джунгли вроде. Не, плюс 1 дает Бразилия. Бразилия, только Бразилия. Только Бразилия. А, так плюс 0,5. Ну, сейчас наведем, посмотрим. А, смотри, написано в описании кампуса плюс один наука from за каждый соседний rainforest. Ну плюс хорошо, один. Но это плюс три. А почему? Не, и гора. Ну, гора. Ну так rainforest. Может, оно считает, а там обычный лес, что за херня? И вообще, почему плюс один дает всем за rainforest? Да вот, тут именно проблема в том, что не расписано конкретно вот откуда что идет. Хотя вот я смотрю на свой кампус, на него наводишь, дает плюс 9. В описании города написано по всего 13,5 науки. Плюс 9 from district. И там написано 9 from campus. В кампусе не стоит ни одно здание. Я сейчас построю, допустим, там библиотеку и посмотрю, как изменится. Переносите цифры от кампуса. Ну, да. Нехил такие кампусы у тебя. Нормальный кампус, как кампус.
Так. Давайте я рабочих буду Япония? Покупать. Да. Может мне поселенца купить? Да, давайте, наверное, поселенца просто куплю. Да как-то многовато. Вот сейчас я этого дострою, и следующим ходом куплю поселенца. О, грек, а ты мне свою религию распространял, или это она уже сама так? Это автоматически. Ничего себе. 26 городов. Он хорошую взял, но тут верование хорошее. Так, мне там. Да, но ему дается плюс 2 культуры за каждых 5 последователей. Но это не сразу. Ну как не сразу? Почему у меня не сразу? Во всех городах 5, 6 последователей. Он как минимум с моих городов 6 культуры имеет. Только с моих городов. Я в том плане, что для того, чтобы это принять, ему нужно было бы апостола еще выцепить. Так я уже сразу взял. Давала. Не, я понимаю, тогда... что сейчас дает. С городов... Что... С городов... Постарался человек. Блин, знаете, сколько он культуры сейчас? Он 6 городов немцев. 47 у меня от, от веры и культуры. 47. 47 культур. У меня меньше просто культуры. Не одинок, там только Рим, по-моему, и Греция имеет. В принципе, не, больше. У меня полтинник культуры, но все равно это... А я что хотел сказать? Есть табак на обмен? Есть специи и благовония. Отставь, грек, посмотри. Давай специи. Благовония вроде есть. Да. Германия. Мощно тут. А, все увидел. У грека вот все очень... Ничего не было. Дела. Вот. Плюс 25. Да, деньги очень такие. Не очень. Очень не очень, да? Да. Ну да, да. Да нет, в принципе, нормально. Ничего плохого нельзя сказать. Еще, еще сахар, бананы, то есть где-то тут надо будет еще город поставить. Это бак, я не могу поменять науку изучаемую. Вообще повисло абсолютно. Отмени конец хода. Все поменялось, поменялось. Не, я отменял. Нормально, у них тут уже... Еще и плюс 5% культуры и науки карточки появились за, сюзеренитет. Ну да. Ну, я не знаю, по-моему, не так много сюзеренитетов есть. Господа, мы можем в ближайший час сделать перерыв на 10 в аптеку сходить? Ну, тогда вообще мне хочется бонусом. Ну, я думаю, мы через полтора часа закончим рядовой. У грека 5 из 20 уже. Античную республику взять. Чего 5 из 20? Нифига себе там туристы. Ну блин, я вообще ничего не, особо-то не стараюсь. Прям туристы. Ничего не делал. Блин, ну я просто... Папа, я не виноват. Я не специально. Оно само. Ну оно само, ну люди. Не разобрался. Не разобрался, как победил. Лол. Не, ну блин, что воевать с тобой придется? Арим.
Да не хотелось бы просто воевать. Сейчас везде жилье уменьшится, к сожалению. Придется. Ну. О, во время теологической баталии появляется реликвия. Круто. Пойдем там с ацтеком. Построилось здание повоюем. В библиотеке. Библиотека построилась в кампусе. При наведении число не поменялось. При этом в описании города тоже ничего не поменялось. Кстати, почему на берегу? Как было плюс 9 от кампусов, так и осталось. Ну, далеко, правда, раз, два, три. Может, на следующий 4. Ход. Мне вот тут рекомендуют. Надо разобраться. Не знаю, я смотрю в карточке города на второй вкладке, мне пишет там кампус плюс 3, там библиотека там отдельная, университет отдельный. Где? Там. Где у тебя? На вторая вкладка в городе. Я бы вот тут слева вверху, там, соответственно, этот... 3. Да, я вижу. Этот, тут вот просто вкладки, в нижней описании а не дается. Тут... Описание, нижний, да. Нет смысла на берегу прям. Хотя во вкладке дается. И отдельно пишется плюс от зданий. Да. Два дворца, один обибил. Но я посмотрю на следующий ход, потому что мне кажется, на следующем ходу может обновиться, а на этом оно еще типа не понимает, что не произошло. Знаю. Сейчас посмотрим. Блин, поставил в городе одновременно промку с жрачкой, а-а-а. И город дохнет. Да, повсеместно. Ну, греку добавился еще один турист, так что где-то в течение 14 ходов максимум победа культурная. Да ладно. Блин, не может быть так, что там 3-55. Ну, на прошлом ходу было много культуры. У Конга 46 культуры, не может. А почему вы ему нанмадол отдали в сюзерен, я не пойму. Он ему культуру дает, а не туристу. Ну так нужен нам нанмадол, чтобы нам давали культуру, чтобы она против туризма работала. Кому-то из вас, я имею в виду. Кто там отдал? Так, ацтек, веду к тебе апостола, чтобы ты его теологически замордовал. Не надо этого делать, он там получит очень много. А? Ну так как еще не все религии основаны, я могу их задавить. А еще лучше это, знаешь, что это? Лучше всего сделать около немецких городов, чтобы снялась религия как раз греческая. Нет, там Конга очень много получает от реликвии, не надо давать. Блин, от одной реликвии? Какая разница? От каждой реликвии две жрачки, две еды. Ребята, грек получает кучу культуры сейчас с этих городов. Мне что, пойти его религию распространять, что ли? Вообще, давайте, думаете хоть немного? Я начну с того, что и ради этого вы одну реликвию мне не хотите дать. Нормально вообще? Нормально. Ну иди, я задавлю. Я вообще бы ничего не давал бы никому. Я считаю, что... А при чем здесь реликвия, как бы? Да. Она даст ему культуру, соответственно, увеличит. Реликвия при том, что у меня... Мне этого апостола... Она даст там 2 даст. Культура она мало дает. А вот все остальное дает дофига. Нам будет промки 1 000 000 просто. Промки, жрачки. Ну. 2-2 минимум. В любом случае он конкурент греку в плане культуры. А, но ему реликвия не дает культуру. Как не дает? Как-то не дает. Религиозная, да, она не дает. Конг уже дает. Конг религиозная, это ж культурная.
Ну у него же там на реликвии там какие-то шлонки. Сейчас за... Все дает. Сейчас, подожди, посмотрим. Так, можно бан застроить уже. Нет, написано в дополнение. То есть от реликвии будет давать веру. А артефакт из культурного шедевра будет давать культуру. А просто добавляется 2 жрачки, 2 производства и 4 золота. То есть культуру она не будет давать. Because she was so beautiful, they called. Блин, монархия бессмысленна, честно говоря. Я ничем сузереном не являюсь. А надо торговую республику. С правительством, с этим вообще попала полная. Чего? Чего я не знаю, чего я могу сказать, что с деньгами весело. С деньгами никаких проблем, а вот с культурой что-то как-то напряженка. Почему у тебя с деньгами нет проблем? Понятия не имею, но у меня сейчас 50 вход. От чего? Понятия не имею, на самом деле. Не, ну, у тебя... Караваны у меня подожди. На жрачку. Ну, у тебя построены эти районы торговые, да? Ну, в одном городе есть торговый район без ничего, в другом городе есть район с рынком. Все. Я понял. Странно. Не знаю, может, за счет этих... А правительство гегемония? Правительство. Античная республика. А, ну может за счет Пьетра. Ну да, ничего. Да, может быть. Да, я сейчас на нее посмотрел, потому что она золото же дает. Ну да. Просто. У меня 40 золота. Ну, вот у меня 50 золота в год. 51. Ну я без Петра. Караваны. У меня караваны за сколько? 5 золота дают, когда дают караваны. Это санбар. Да, у Карфагена бонус что-то остался. Кстати, а что Бог дает Карфаген? Кстати говоря, действительно дает торговый путь. Торговый путь за военный лагерь. Остался. Остался. Чтобы не меняли. А гранаты что дает? Читерный город. Ваши строители могут строить алькасары. Проблема в том, что просто когда за него дерутся, все время то у тебя бегают, то не бегают. If you will be so good and gentle. Иногда проще снести. Всегда проще снести. Да, даже так лучше сказать. Так, не понял. Колизей. А, я на Античную Республику переключился. Ваншот! Вот это я понимаю. Чё за ваншот? Кого ты там убил с одного? А чё, это у чё там, это берём или нет? Человека-собаку. Пропускаем. Да, бесплатно, если тебе придёт. Вот, мы его скипаем, последний забирает и удаляет. Ну да. Мне, пожалуй, надо не на деньги, а вот эти города новые. Отъесть.
Давайте я все-таки тут начну с монумента. Потом построю амбар. Все равно лаг есть, хоть и написано, что исправлено. Два универа надо. Ну, в банде я сейчас тоже универ начну. А, тут уже построен. Ну, как раз три хода нормально ускорится. Опять я последний стал. Да что? Что со мной не так? Я мало рабочих строю, видимо. Мало жилья. Почему у меня города всегда медленнее растут, чем у других? Так, по максимуму еды. Ну, бан закон, естественно. Ну, мешают мне город поставить тут. Хочу этого рабочего в этот, вот, не рабочего, а караван перебросить. Так что ход подождем. Вот, давайте смотреть, где мне нехватка. Тут нехватка жилья. Тут нехватка, но тут банза будет построена. Так, в принципе, и все норм. Если уж так откровенно. Пошли тут обрабатывать. Больше строителей. Шесть из 25 туристов. Да, мощно. Увидим ли мы победу культуры до индустриализации? Индустриализации нет, конечно. Я просто хорошо, до нового времени. Куда там карточки вот эти пойдут с компьютерами? С да не буду я в туризме идти, успокойтесь. Лёд. Да мы все тут никуда не идем. Понятно. Слушай, такое противоречивое ощущение от игры, что... Это не важно, уйдешь, хочешь ли ты туда идти, не хочешь туда идти, но ты все равно пойдешь. Ну что сейчас, получается, внутренняя зависимость только от меня, да? Ну, может, еще немец поможет. Ну, один наш только ближе, да, 20. Да, да и японец, в принципе, может на Эфес, ой, на Родос напасть. Не, я имею в виду внутренних туристов. А, нет, по туристам, ну, у меня культура, у меня здесь вся культура, у меня ни одной тетрадки нет, если честно, у меня вся культура от этих, от пастбищ.
Войнушкой могу помочь, да. Тут все на производство надо. Тут у меня еще город грустный стоит. Так, ты где там? У меня там, я уже около Бремена своим апостолом. Куда мне идти? Бремена? Так это ж немцы. Ну, а ты соседствуешь с немцем, прикинь? Центр единый, там, земель, пока апостола. А центр у тебя что считается? Между, гора такая, между Теотиуканом, Теночтланом, Аскапулько и ничего. Ну куда-то туда, и просто чтобы я не вел далеко. Аскапулько — это Аскапоцалько? Да, наверное, я не помню. Напридумывали название городам, да? Вообще обалдеть. Так, знаете что, вот у меня эти появляются апостолы, но это способность Конга такая, когда вот распространена на вас чужая религия, и Конга строит театральную площадь, либо свою мбанзу, то у нее появляется апостол этой религии, который, ну, который есть в этом городе. Я вот думаю, надо пойти к японцу. Но он либо их убьет и как бы снизит в своем городе тогда влияние вот этого, ну, чтобы меньше было влияние грека, да, тогда хуже греку станет. Либо, я думаю, самому распространить на японца, ну, в тех городах, где много его религии, чтобы он тратил сейчас свою религию на строительство опять миссионеров. Он же взял в веровании покупать за религию в кампусах, там, здания в театральных площадях, так, чтобы у него хуже развитие было. Я, наверное, буду брать тогда, то есть вот так на него влиять. Так что тут двояко, просто мне некуда этих апостолов реально больше некуда девать. Что мне с ними еще? Я морду тебе плеснуть. Так, а тут я мбанзу построил. Чем плеснуть? Ртутью. Ртутью. Есть благовония и специи. У меня есть гипс. Кто первый кинет? Гипс, а гипс это кто? Ацтек. Ацтек. А у нас, по-моему, как раз таки гипс с тобой закончился. Да, да, да. Так вижу, что у меня гипса добавилось куча. Так что все. А у меня сахар есть. Еще. Ты со мной торговать будет? Никто не будет, блядь. Теперь. Давай сахар. Ну, там, да. Ты в опале. Ну, я маленько приторговываю, честно говоря. Ах ты, а. Индикация. Ник полностью оправдывает твое состояние. Нет, ну нормальный пацан, чего ты так упали? Так, вот этого пропускаем, да, ученого сейчас? Да.
Отлично, вот и начались у меня... А, блин. Не совсем то, что я хотел. Чарльза Дарвина пропускаем, правильно? Да. А последний его удаляет. Я последний, да, получается? Ну, ты смотри, чтобы тебя за ноль он появлялся. Ну, или ты отказаться от него не можешь, тоже ж вариант. Нет, отказаться тут криво может быть, надо... Я отказался только что. Там просто есть такая иногда... Бывает, что если много отказываются в один день, то тебе он приходит, кнопки отказаться нет, есть только кнопка принять, но он платный. Но кнопки отказаться нет. Тогда нужно ждать один ход. Отличный баг. Надо смотреть, чтобы бесплатно было. Я так в предыдущей партии его случайно взял. За деньги. За очки. Выручился, молодец, спасибо. Ну да. Так и что, мы его удаляем или просто он пускай бегает? Как хочешь, можешь удалить. Не, ну можешь поразведывать, но потом удалить, да. Я думаю. Именно удалить, не использовать. Лучше удалить от греха подальше. Я побегу. Раза три перегружались, когда я вот вместо удаления, короче, тестили. Так, великий торговец за то, чего мне нет, да? Что у нас с генералами-то, что так печально у всех? Никто не строит военные эти. Никто не строит военные. Сейчас генералы обещают нашу античность и средневековье. У Дика. Ну, а первый, по-моему, да? Или второй? Думаю, да. Запретный город построил. Мало ему пирамиды Петры. Яй. О, две скульптуры мне будут давать. Нет. А, вот тут идет. Вот, две пищи, два производства, четыре золота. Вот в этом городе у меня жилья не хватает. Давайте-ка я амбар куплю. Вот, полегчало.
Ну и плюс там надо будет банзу построить. Смотри, Ацтек, я уже пришел к Теночтитлану. Я же не вижу апостола, так прикольно. Как это ты не видишь? Я прям рядом с Теночтитланом стою. А, вот сейчас я видел кнопку. Это интересно, а почему нет, я не вижу апостола этого? Это кто сказал? Это Германия. Я вот вижу, вот он стоит рядом на этом, на районе на каком-то, да? На центре коммерции. Да, что именно так. Ты что, рядом стоишь? А, у тебя какой-то юнит есть рядом? Нет, ничего там нету рядом. Это какой-то баг. Ну я сейчас увидел, потому что у меня построился юнит. Более того, я даже города не вижу, у меня там туман войны, но я вижу этого апостола. Какой-то баг. 2-4-4. Нет, 2-2-4-4, да? 4-4-8-6. Круто. А шедевры теперь еще и науку дают? Или это какой-то мой такой бонус? Тебя же я ученый был. Что? А, точно, блин. Я уже забыл про него, точняк, слушайте, но это хороший бонус. Ребят, можем мы все-таки сделать паузу? Ну, опять 7 и отбегаю в аптеку. Ну, давай в начале следующего хода. Да. Я бы просто заодно еще, может быть, даже перезагрузился, потому что у меня уже под лагерь пошло. Два рода. У меня, кстати, все нормально. Там нужно переключаться из стратегического в нормальный режим. Я не знаю, я только в страте работаю. А, нет, ну я в нормальном. Так, великого торговца я, наверное, вряд ли получу. Хотя, когда-нибудь, может, и получу. А что тут все слишком медленно и скучно по сравнению с вот медленно? А тебе так кажется, на самом деле. Я бы не сказал, что медленно. Объявите ему кто-нибудь войну. Вперед, гусары встретят. А зачем? Просто так, что ли? Ацтек, а ты можешь как-то сказать, когда конкретно ты там будешь с моим миссионером что-нибудь делать? Да вот. А, подожди, я опять не вижу твоего этого. Вот я подошел к Теночтитлану с твоим апостолом. Я тоже. Я прям рядом с Теночтитланом стою. А, ты где стоишь? На коммерции. Ну, беги. Теотиокану, беги тогда, потому что это там у меня священное место. Так, Теотиокан, это... А, ну вот, я вижу твоего апостола. Вот, давай. Я сейчас... Смотри, что началось. А. Я сейчас тебя тоже. Вот, все, теперь следующим ходом, по идее... Нет, так это нормально ж. Типа, чтобы быстрее убилось. Нет, я просто думал, что меня убьешь. Мне предлагают взять Барбароссу. А, блин, это Баудик, это у меня. Я... Так, мастерская. Грек, убери скаута с лошадей. Шедеть. Главное, следующего ученого нормально взять. Слушайте, вот у меня банза строится на лесах и джунглях. Как считается, что джунгли и леса вырубаются при этом? Нет. Нет. Нет, нет, это нет. Очень хорошо. А что тебе, какая разница? Ну, там бонус кампусу от джунглей идет. Если я ставлю рядом с кампусом банзу, получается и бонус кампусу остается, им банза дает, начинает работать. Да, да. Все так.
Ну вот, хоть седьмым стал. Я думаю, что это из-за того, что мы с ацтеком очень так быстро города делаем, ставили. Здесь у него раз, два, три, я четыре, думаю, пять. Все передумали. Конечно, делаем, что ты. Давайте следующий ход действительно дойдем уже. Ну ты напомни в начале хода, а то видишь, мы забыли. Знаете, я нажал и пошел уже, а вы там что сделаете, паузу все. А ты куда, за хлебом, за батоном пошел? Мне надо это, лекарство купить прям. Давайте прервемся на минут на 10, там кофейку налить всякое там. Давайте прямо сейчас, господи, это ж пауза просто. Просто кто-то хотел перезагрузиться. Ну, все равно, давайте... Ну да, кстати, еще перезагрузиться хотели. Но хост все равно сделай сейф. Ну что, паузу отжать или что сделать? Отжимай, давай закончим ход. Я ход в любом случае закончил уже и ушел. Отлично, и гори все огнем. Хороший вариант, мне нравится. А апостолов, вот если я буду убивать других апостолов, прокачивать можно так же или что? Нет, апостолы никак не прокачиваются. А нет, вот XP 7 прокачиваются. Серьезно? Я же навел его. Сейчас я убью. Посмотри, у тебя справа, вот если слева у тебя жизни, да, кружок, полукруг, справа у тебя белая полоска, она заполняется? Не, ну это понятно. Нет, она есть у всех юнитов. Тут вопрос в том, что даст ли это возможность какой-нибудь промоушен взять апостолу. Я такого не видел никогда. Я тебе еще обращу внимание, что, например, у караванов есть хитпоинты. Однако ж они нифига не защищаются. Ты их просто грабишь и все. Да. Я сохраняюсь. Давай. О, я получил реликвию меч, скашивающий траву. А я экспы не получил. Так, ну, загрузились тут немножко проблемы с игрой были, тем не менее, продолжаем, как всегда, куча этих сообщений, которые уже были, вылазят. Так, я зашел. Видите, насколько я раньше зашел, да, чем другие игроки, то есть у кого быстрее загружается. И, кстати, по этому поводу мы тут воюем, отсчитывая четверть таймера, а потом кто-нибудь дает там команду, раз, два, три, и идет война. Потому что тут у некоторых ход прогружается намного секунд раньше, это даже не как в пятой циве, где там доли секунд, знаете, фаст-клик, кого-то решал. Тут у людей иногда прогружается секунд на 20 позже, чем у других. Я не знаю, пока неизвестно, из-за чего это сделано, это еще один из багов, который стоит разработчикам как-то решить. Но я думаю, это одно из последних, что они будут вообще править, судя по их патчам. Ну, строю везде археологические музеи, потому что мне именно реликвии будут бонусы давать. Еще Конго дают скульптуры бонусы, но тут как угадаешь, тебе может и не достаться художник со скульптурами. Поэтому лучше уж ставить археологические музеи, и ты там стопроцентно уверен, что именно от реликвий будешь все эти бонусы получать. А что-нибудь кинуть на... Ну, переключусь я на просвещение, потому что, видите, у просвещения у меня уже есть вдохновение, а у торговой республики нету. И, может быть, я получу какого-нибудь третьего человека, там вдохновение получить трех великих людей. И просто автоматом тогда у меня торговая республика откроется. Ну, если это не пройдет в скором времени, мне придется ручками открывать, потому что надо принимать торговую республику быстрее. Два лишних каравана – это все-таки круто. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра или через день. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.